Всем привет! Сегодня мы будем играть в компьютерные игры. Я решил открыть новую рубрику. Я очень часто играю в какие-то игры, периодически их меняю, потому что все это надоедает и приходится играть во что-то еще. И сегодня у нас с вами будет Guns of Boom. Уже дошел до 26 уровня. Сейчас мы посмотрим, во что я одет. И как у меня это все происходит. Итак, у нас Буян. Я его еще не улучшал. Да и не знаю, буду ли я его улучшать. С автоматом я почти не пользуюсь. В основном я играю вот после акции. Выиграл, недавно проходила акция, выиграл Цинитара. Соответственно, я его сейчас коплю. Уровень, еще два уровня до улучшения. Потом идет винтовка. Сейчас у меня сокол. Я ее уже не улучшаю, потому что в данный момент я коплю денег на ящерку. Вот такая ящерка будет. Осталось около 240 голды. Вот. Деньги пока принципиально не вкладываю, не знаю, правильно, неправильно. Когда после вложения денег у меня интерес к играм еще быстрее пропадает, чем обычно. Пулемет, которым тоже никогда не стреляю, пистолет, который просто так купил, и... О, может ножик купить. Нет, не будем тратить деньги. Итак, у нас сегодня... Это я показал, с чем я бегаю. У нас сегодня задание. Но подключаться я ни к чему не буду. 10 видов. Улучшить основное оружие. 500 побед. За 28 уровней. 26 уровней, что я прошел. Всего 289 побед. Автомат. Надо автоматом побегать. 50 человек. Убить 30 человек гранатой. Трипл. Килл. Вот. Это сейчас мы заработаем. Так, а еще нам надо ежедневное пройти. Уже два прошел на пробах записи. И осталось еще один раз занять первое место в команде. Ну что ж, вроде бы все показал. А, не показал свои эти маски. Сейчас, если снять маску, я выгляжу вот так вот. У меня вот такой вот шлем, который восстанавливает здоровье по 40 в секунду. Вот такие вот ноги, которые восстанавливают каждую секунду 4% брони. И вот такой торс. Он один единственный, ничего с ним делать нельзя, новый купить нельзя, его только можно улучшать, что непонятно. Вот, и соответственно вот такие вот скины. Вообще не знаю, зачем скины. Это какая-то фигня на оружие, зачем она, у меня из-за этого ничего не меняется. О, горошек. Маски, то есть поверх этого шлема будет одета маска. Уродство есть, на мой взгляд. Ну вот так вот еще ничего, когда бегу покусанный в кастрюле, ничего не вижу, никого не слышу. Нет, давайте-ка мы сейчас оденем берет. Будем бегать с беретом. Костюмы я еще не насобирал. Костюмы выглядят вот так. Я думаю, они платные, потому что он всего за все время выпал. До 26 уровней выпал только один кусочек. И эмблемы. Эмблемы тоже ни на что не влияют. Честно говоря, просто какая-то фигня эти эмблемы. Но будем вот таким вот модным неоновым перцем. Итак, пойдемте с вами попробуем, все бы вроде показал, пойдем попробуем заработать кейс. То есть надо победить. Давайте-ка попробуем его выиграть. Ой, мои нелюбимые точки. Не знаю, почему-то мне не нравится захват трех точек. Мечешься из одной точки в другую, как ужаленный кролик.
при том, что от тебя иногда ничего не зависит, когда прибегают 2-3 противника, тебя просто сносят и убегают. А ты стоишь с открытым ртом, типа, а как это? Как вы успели? Вот сейчас вот, я уверен, сейчас все прибегут. Чё припёрся? Лохопета. Еще один. Еще. Сколько раз хочешь сдохнуть? Ай-яй-яй. Теперь надо убежать. Блин. Третий раз он таки меня убил. Ну ничего, сейчас мы ему отомстим. Так, я пойду-ка захвачу точку А. Вообще лучше в таких миссиях держаться. Что ты тут встал? Встал, что-то там подпукивал. Привет, чувак. Ух ты, во сколько, ай, мама. Нет. Я тоже умею гранату накидать. И не попал даже, прикиньте. Выстрелил и даже не попал. Но мы вроде пока выигрываем. Так, быстрее, быстрее в бой. Нашу базу захватили, но ничего, мы сейчас отвоюем Б. Б вообще самая такая простреливаемая моя. Сейчас они прибегут из точки А. Ага, вот да. А вот и я. А вот и я. На, гадина. И тебе на трипл килл. Еще сейчас базу вашу захвачу. Ишь, бегают по трое. Гады. Point. Сейчас ведь прибегу. На, еще раз. Вот и киллинг спри. Че, захватил? И стою, главное. Слушай, а там кто-то... Что-то тут... Ай, пульки кончились! Не ожидала это, что такое за нафиг. Дабл килл. Ой, жизнь уже восстановилась, уже жить веселее. Ой, 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 ой. Point C is under attack. Чуть-чуть не добил. А, наверное, если бы я сейчас его убил, был бы этот неостанавливаемый. Так, побежали. Может, еще кого-нибудь успею перед концом игры завалить. Ну или точку захватить. Пойдемте-ка жахнем, а? Кого-нибудь. Случайно жахнем. Вот тебя. Стой! Стой, сейчас конец игры будет. Так. Брутал килл еще. Во. Ай, ай, ай. Отлично. Кто тут? Кого бы еще жахнуть? О, год. Убил меня напоследок таки. Вот. Да, я первый. Это отлично. Это просто супер. Это просто супер. Итак, у нас 15 голды еще заработано. И 5 кейсов. Ну вообще, в сумме 6. Посмотрим, что нам дадут. Прицел какой-то, фигню какую-то. Ты фигню даю. Нет, не буду я сейчас смотреть рекламу. Кейсы. Еще давайте откроем кейсы. Это фигня какая-то. Опять сыр какой-то. Огнетушитель. Во. Голова буйвола. Интересно, сейчас надо одеть, посмотреть, что такое голова буйвола. И вот тут вот пишут. Дубликат. 36 голды должны дать. Но ее нигде, и как ее взять? Ну вот как, отдайте мне мои за дубликат. Ничего не хочу получать. Пойдемте посмотрим, что это за голова буйвола. Голова буйвола.
Во. Сразу две уникальных эмблемы, которые, насколько я понимаю, вот сюда вот выводятся. Ага, и осталось еще всего 8 побед, и будет еще один кейс. Так, задания. О заданиях что у нас еще есть? Два уровня, еще победы, урон из дробовика 90 тысяч и из пулемета. О, кстати, из пулемета давно не стрелял. Еще трипл килл два раза. Ну что ж, давайте еще раз попробуем. Поехали! Ой, мои нелюбимые точечки. Побежали, чувак. Че ты еле ползешь? Сейчас точку схватят. Да пошел ты там, я буду на это еще время. Ух ты! Куда же востока ты? Да завалят тебя. Двое на одного два раза. Вдвоем ты бы не тупил там. Хрен знает с кем. Ну, этот труп. The enemy captured point B. Что он хотел? Кто-нибудь знает, что он хотел? Point C captured. Вообще не понятно. Ух ты, вот гадина меня гранатой недобитая. Гадина, ты отсюда не уйдешь. Point C, ты меня прости. Но я недобитый гадина. Не. Ну как так-то? А ты чё здесь разбегался? Вы видели? Ну что за команда-то, а? Ни одной точки не захвачено было. Вот армия лохопед. И я один такой же. О! Точку А у нас кто-то там отжал. Да я тебя и голыми руками бы убил, если бы ты был без пистолета. Молодец, чувак, помог. Блин, как бы здесь киллинг сприт то сделать? А это вот тут чё ты стоишь-то, лохопета? И стоит. Чё, что-то хочешь? Чё? Еще что-то надо? Давай. Куда пошел? Я еще не захватил. Бывает же такой тяжелый случай. Тоже страшно. Пули у меня кончились, ну подождал бы, я перезарядил. Кончились. Пульки. Сейчас для тебя будет сюрприз. Или для меня сюрприз. Стою в засаде, блин. Засаду. Увидел меня и умер. Молодец. Да мы проиграли здесь, к сожалению. К сожалению. Здесь проиграли. Ну, здесь такой же засадун стоит. Не, никого нет. Странно. Очень странно. А мы танцуем. А мы танцуем. Перезарядить. Чё пришёл? Биг бадабум. Побежали. Дуэлянт. Вот наш тоже. Чё он сюда припёрся-то, а? Побежали. Стоит. О, мы их обыгрываем. У нас еще есть шанс.
The enemy captured point A. Point C. Point B is under attack. Kill, assist. Да, уже нас сорать. Классно. Мы их сделали. С разницей в 3 очка, ха-ха-ха. Это было круто. О, так, я что-то заработал. 320 тысяч урона из дробовика. Это было круто. А сколько мне надо для моей брони? Да, 18 тысяч, ни в чем себе не отказывает. Я думаю, на сегодня хватит. Вы увидели мою игру. То, что мне нравится играть. И так же, как я играю. Всем спасибо. До новых встреч.